Медицина, сельское хозяйство, промышленность. Резина – широко известный материал, который применяется практически во всех сферах человеческой жизни. Акционерное общество «Строймаш» несет важную миссию – производство резинотехнических изделий. Сегодня «Строймаш» празднует свой юбилей. За годы работы у предприятия около 400 партнеров не только в России, но и за рубежом. Создано свое собственное дочернее предприятие в Великобритании. 20 лет – это, с одной стороны, много, с другой стороны, совсем немного. За этот период встречались и трудности, и были победы. Все большое начинается с малого, главное не останавливаться. Акционерное общество «Строймаш», созданное с нуля, яркий пример того, как со временем из небольшого коллектива грамотных инженеров может вырасти сильное и перспективное предприятие по производству резинотехнических изделий высочайшего качества. Одно из главных достижений – это создание творческой команды, которая может решать любые вопросы, поставленные перед ней. И мы надеемся, что такой дух нашей творческой команды сохранится и дальше. Чистые цеха, комфортные условия работы. Предприятие не знает, что такое текучка кадров. Даже во время пандемии работа не останавливалась. Я здесь работаю 5 лет. Коллектив хороший, все нравится, все устраивает. Здесь карьерный рост, здесь идет повышение квалификации. Первый разряд, второй разряд, третий до 6-го разряда. Раньше мы делали вручную. Сейчас наши руководители купили такие пресса, которые нам облегчают работу. Оснащая производство новейшим оборудованием, «Строймаш» вышел на совершенно новый уровень по качеству, количеству деталей и по стабильности. Четко отлаженный процесс производства и контроль за качеством, каучуковая смесь, приобретенная только у лучших производителей, дилерская сеть помогают твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее. Ну, у «Строймаш» очень высокое качество продукции. Мы уже работаем с ними давно. Покупатели, в принципе, высоко ценят продукцию «Строймаш». Так что по качеству вообще нареканий никаких нет. То есть брака, возвратов нет. Поэтому с удовольствием работаем с компанией «Строймаш». Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Глава республики Олег Николаев лично поздравил с юбилеем значимое для республики предприятие. Коллектив предприятия «Строймаш», я прям искренне поздравляю вас с вашей юбилейной датой. Уверенно растете, реализовываете планы. И самое главное, перед коллективом есть новые задачи и есть обозначенные новые рубежи. Правительство Чувашской Республики будет делать все, чтобы поддерживать вот такие производственные предприятия, поддерживать новые планы, новые идеи, ну и, конечно же, всячески способствовать реализации новых инвестиционных проектов. Екатерина Шеверова, Юлия Дикова, Николай Скворцов. Республика.